Самое современное оборудование швейцарского производства. Экологичное, с пониженным уровнем шума и пыли, выкрашенное специальной краской в фирменных цветах компании Tiger Mix. На установку нового асфальтобетонного завода в районе улицы Руднева понадобилось 2 недели. Монтажный процесс здесь сегодня в самом разгаре, ведь еще через 2 недели на новом заводе уже планируют проводить первые пусконаладочные работы. На мой взгляд, это очень важно с учетом актуальности вообще проблем с дорогами и качества самой продукции асфальтной. Мы стараемся поддерживать свою продукцию на высшем уровне. Идея расширить производство и приобрести асфальтовый завод в компании Tiger Mix появилась около года назад. Tiger Mix начал свою работу в 2016 году. Тогда была отработана рецептура основных видов сухих строительных смесей, пройдена необходимая сертификация, разработана ценовая политика, отработаны схемы отгрузки и взаимодействия с клиентами. Сейчас это стабильно работающее предприятие, которое производит продукцию самого высокого качества. Завод Tiger Mix является резидентом свободного порта Владивосток. Для предприятия это неоспоримое преимущество, позволяющее повысить рентабельность и снизить себестоимость продукции без потери качества. Асфальт – это новое направление деятельности для Tiger Mix, а значит расширение производства и появление новых рынков сбыта. Необходимость в качественном асфальтобетоне сегодня очень велика, как у крупных, так и более мелких заказчиков. Подготовку площадок к строительству асфальтобетонного завода начали еще в мае. Новый завод будет производить до 210 тонн асфальтобетона в час. Во-первых, это современный подход к оборудованию стройплощадки, к оборудованию, которое будет производить. Например, оборудование за моей спиной является лидером мировым по производству заводов для приготовления асфальтобетонной смеси. Поэтому все должно быть на высшем уровне. Оборудование, которое возведено сегодня, максимально автоматизировано. Для того, чтобы обеспечить его функционирование в круглосуточном режиме, необходимо около 20 человек. Собирают оборудование те же сотрудники, которые в дальнейшем будут на нем работать. Не сложен. В принципе, он модульный, он понятен. Так как с оборудованием уже сталкивались такого плана, в принципе, ничего сложного. Запустить новый асфальтобетонный завод во Владивостоке планируют уже 1 сентября. Компания Tiger Mix уже с первого рабочего дня нового производства готова поставлять качественную продукцию своим заказчикам. Светлана Садовая, Станислав Лазебный. Новости на Восьмом.